С первых минут хоккейного матча разгорелась нешуточная борьба. Обе команды не уступали соперникам, а того открыть счет встречи удалось лишь на 8-й минуте игры. Автором гола стал петропавловский нападающий. В начале второго периода тимиртаусы усилиями Хатунина счет сравняли. Но уже 4 минуты спустя хоккеисты Кулагера вновь вырвались вперед, а спустя еще 3 минуты увеличили разрыв на табло. В середине второй 20 минутки нападающий Тимиртау Писарев удачным броском одну шайбу отыграл. К сожалению, этот гол для тимиртауских игроков оказался последним. В заключительном периоде петропавловцы лишь укрепили свое преимущество, забросив шайбу за 5 минут до окончания встречи. 4-2. Победителем и обладателем Кубка Победы стала команда «Кулагер».